И вы сегодня вспоминаете закон о держслужбе, который моя коллега Алена Шкрум выстрадала просто и пробила, наверное, сквозь все сопротивление, поэтому спасибо вам большое. А для того, чтобы больше было ответственных партий, для того, чтобы больше приходило профессионалов во власть, помимо того, что действительно нужно менять конституцию, нужно менять избирательное законодательство. Убирать эту мажоритарку, гречкосейство. Да, здесь есть у нас мажоритарный кандидат. Если все были такие же мажоритарщики, как Дима Добродомов, например, или мои коллеги, тогда действительно у нас был бы намного качественный парламент. Но нужно делать пропорциональную систему. Нужно убирать телевизионную рекламу или выставлять ее очень лимитированно, потому что парламентская и партийная дисциплина и профессиональные дебаты, как вы правильно заметили, намного лучше, чем гречкосейство и вот это вот зомбирование, которое, может быть, некоторые каналы и выиграют, но проиграет украинский народ.